Я против, я категорически против. Если человек заключен под стражу на законных основаниях, он должен искупать свою вину перед Родиной, он должен, ну, грубо говоря, на лесоповале там работать, а не участвовать в агитационной кампании, следить за роликами, разбираться в депутатах. Но если власти нужны эти голоса, конечно, такие изменения в законодательстве будут приняты.